В Нью-Йорке продолжается неделя моды Mercedes-Benz, начавшаяся 5 сентября. Дизайнеры представляют свои коллекции «Весна-лето 2014». В первый день, помимо прочих, состоялся показ Ричарда Чая. Американский дизайнер сочетает стиль гранж с такими элементами, как, например, цветочные принты или платья без бретелек. В коллекции много голубого цвета, а также силуэты, вдохновленные модой 80-х. На второй день свою коллекцию показал Джейсон Ву. Его часто называют любимым дизайнером Мишель Обамы. Она надела его платье на инаугурацию своего мужа в 2009 году. В этот раз дизайнер снова играет с цветом. Практически все его наряды выполнены в пастельных тонах. Стиль коллекции – спортивный шик, а также романтичные вечерние наряды. Его показ, среди прочих, посетили Мария Шарапова, Анна Винтур и Алиша Кис. На третий день свою весенне-летнюю коллекцию представил бренд Hervé Leger by Max Azria. Традиционный облегающий силуэт дополнен геометрическими принтами, а также разнообразными молниями и застежками. Предпочтение отданы черному и белому цветам, а также всем оттенкам синего и бордового. Американский дизайнер Моник Лульер в субботу продолжила свою традицию шика и элегантности. В этот раз в коллекции преобладают прозрачные ткани, а также многослойность. Еще одно новшество – новая длина юбок и платьев, чуть ниже колена. В основном все наряды однотонные. Это позволит надевать их как на дневные, так и вечерние мероприятия. А в воскресенье изюминкой показов стала весенне-летняя коллекция Дианы фон Фюрстенберг. Ее наряды в стиле 90-х прорекламировала супермодель Наоми Кэмпбелл. Наряду с фирменными платьями с запахом модели вышли на подиум в расклешенных юбках, платьях макси и приталенных брюках. Из цветов преобладают черный и белый, однако есть также вкрапления красного и индиго, а еще яркие принты. Продлится неделя моды до 12 сентября.